По меньшей мере 5 человек погибли в результате урагана Гервард в Центральной Европе. Причиной смерти 4 человек в Чехии и Польше стали упавшие из-за порыва ветра деревья. Еще один человек в Германии утонул во время штормового прилива. Из-за непогоды в нескольких регионах страны приостановили железнодорожное сообщение. В Гамбурге и Берлине власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за поваленных деревьев заблокированы несколько главных автобанов. Сейчас движение транспорта уже удалось частично восстановить.